Всем привет на канале Припресс. Сегодня я покажу, как сделать, написать правильное описание для того, чтобы можно было выкладывать на Shutterstock картинки. Многие сталкиваются с тем, что продают свои изображения на Shutterstock, Shutterstock.com, но неправильно или не знают, как заполнять описание. С последними данными и введением новых алгоритмов правильность описания ужесточается системой. Поэтому я сейчас вам покажу, как это правильно сделать, и чтобы вас не забанили или не, и вы были постоянно в тренде, и можно было продавать безболезненно свои картинки. И в принципе это повысит вам продаж. Итак, начнем. Вот у нас есть картинка. Это у нас автомобильные диски. Они, возможно, алюминиевые, возможно, их можно классифицировать как и хромовые диски автомобильные. Что мы первым делом делаем? Первое, мы заходим на сайт Google AdWords. Там он нам поможет полностью собрать ключевые слова по этим запросам. То есть люди ищут автомобильные диски, rims и так далее. Если вы испытываете трудности с английским языком, то воспользуйтесь Google переводчиком. Например, автомобильные диски. Оно нам предлагает rims, если нажать wheels колеса и automobile discs. Вот эти три ключевые главные слова мы будем использовать в нашем описании. Итак, rims. Но зайдем в Google AdWords. Набираем Google.com и AdWords. Здесь можно войти под любым аккаунтом Gmail. То есть у меня уже зарегистрирован. Вам просто надо будет ввести свой логин и свой пароль. Ну, то есть почту и пароль. Войти. Возможно, вам надо будет сделать изначально какую-то регистрацию, но то условно. Вам не важно, главное, чтобы у вас были инструменты, планировщик ключевых слов. Поиск новых ключевых слов по фразе, сайту или категории. Я вам рекомендую поставить Соединенные Штаты Америки, все языки и Google. Минус слова – это те слова, которые не должны включаться в подбор. Ну, то есть в данном случае мы можем убрать шины, например. Ну, я этого делать не буду, покажу так, как есть для быстроты процесса. Итак, у нас три ключевых слова rims. Копируем. Вставляем. Ставим запятую. Google переводчик wheels. И automobile disks. Это первый этап. Посмотрим, что оно может нам выдать. Но сами понимаете, что одно слово это не означает, что это картинки. То есть мы можем записать здесь images, photos, pictures и так далее. Почему? Потому что rims, автомобильные диски, может он вам подберет как раз и по, там, купить диски, продать диски, сделать диски и так далее. Нам это не интересно, вы продаете фотографию. Поэтому я бы такой, чтобы еще написать image, rims, имидж, и тогда оно подберет все, ну то есть оно понимает именно, и тогда оно подберет вам именно ключевые слова по картинкам. Получить варианты нажимаем. Вот, в принципе, wheels image, rims image, wheels больше подходит, rims просто bracket. Rims for sale нам не надо. Можем, кстати, добавить это все в минус слово. Track rims для
грузовиков, тоже к вам как идею можно. Crimson Tires. Tires можно забрать. Да, насчет имиджев, конечно, все печально. Ну, можно посмотреть, какие запросы у нас, но сейчас очень низкие. Римс, имидж. Можем попробовать изменить наши запросы. Вообще лучше, конечно, это все по отдельности делать. Prince Pictures чуть больше, чем Images. О, это уже интересно. Mercedes Carlos. Prince Cars. Picture Cars. Можно поставить запрос в месяц сортировка Black Rims, черные, уже вам как идею можно Car Rims, Car Pictures, Car Pictures нам не интересно. То есть вам надо из этого набора ключевых слов, а их тут 310, можно загрузить, кстати, как Excel. Тоже вам будет удобно потом из этого выбрать ключевые слова. Black Wheels, черные колеса. Конечно, очень мало запросов по картинкам. Возможно, надо искать дальше. Но если такая ситуация подходит, а мы не видим каких-то view pictures, то хорошо. Хорошо. Если они не... Давайте попробуем так. V400. Отлично. Отлично. 1,5 миллиона дисконта. Класс. Рекомендованная ставка, это в принципе можете понимать, сколько это ключевое слово стоит. Вам это не интересно, но можно смотреть. Так.
Shutterstock подразумевает собой, что можно составить описание из 200 символов. Вот, например, ну, я открыл свое видео, и здесь мы будем писать. Ну, для начала я такой, чтобы собрать основные ключевые слова здесь, а потом из них составлять осознанное предложение с ключевыми словами. То есть ключевыми словами Aluminium Wheels, потому нам подходит. Его надо ставить самое большое, с большим количеством средних запросов в месяц, надо ставить первым, начиная с него предложение. Давайте я здесь это буду делать. Aluminium Wheels. Можно даже написать TTIMS. Смотрим дальше. Если допустим RIMS. 1300 меньше. Но RIMS мы будем использовать во втором предложении для того, чтобы нам не было спама. Чем больше вы ключевых слов пишете, тем больше система считает, что это спамовое описание. И поэтому вас могут забанить, запенализировать и так далее. Или images, image, high quality, error. Чтобы человек понимал, что это не фотография, а высокого качества отрендеренная картинка. Чем это хорошо? Тем, что оно не отличается от настоящей фотографии, но вы можете связаться с тем, кто это делал, и можете спокойно попросить там изменить, подвинуть, повернуть, это ему будет легче, чем вы будете искать шины или диски. Так же самое рисунок дисков может быть совершенно другой, но это вы обсуждаете с исполнителем. High quality есть. Rings. Rings. Images. То есть мы даже можем pictures поставить. Интересно, если хромовые диски. То есть тоже ж не исключено, что запрашивают хромовые диски. То есть если вы увидите какие-то вот где-то было Black Wheels, то вы можете еще сделать для себя такие же, ну, новую нарисовать картинку вот Black Wheels, для того, чтобы можно было White Wheels. Можем добавить White Wheels. Или для автомобиля. Это должно быть вполне осознанное предложение, сделанное для исключительно в рамках 200 символов. Так, дальше ищем, что у нас тут еще есть. Язык нам интересный. Можно написать 22 инч, 20, 19 или какой-то, какой вы сами для себя решите.
очень много мусора, что не отражает. Он надо где-нибудь искать images, pictures и так далее. Остальное для вас это мусорные слова. Вы должны понимать, для кого эта картинка, то есть кто ее будет использовать. Я так подозреваю, ее будут использовать исключительно продавцы автосалонов, дизайн, промоушен и так далее. Возможно, какие-то СТО-мастерские, которые занимаются изготовлением. То есть им надо делать брошюрки, флайера. Поэтому под эту аудиторию нам надо сделать красивое описание. То есть мы сделаем picture of this. Тоже 260 запросов в месяц. Это, конечно, мало, но в принципе неплохо. Ну, тут бы я, наверное, еще сделал, ну, не дубликат, можно сделать и шину с этим диском, чтобы шины, тогда мы расширили бы Wheel and Tires, или Rims and Tires. Это мы как раз и заменим. Включаем слово. Можно, наверное, добавить. Здесь мы добавим информацию о том, кому будет это интересно. Потому что люди, запрашивающие эти ключевые слова, возможно, ну, могут не понимать, а ты ему намекаешь, что вот лучшее использование. Best music for motion. Motion. Так, посмотрим. Chrome. Нет такой шерсти. Chrome посмотрим. Но. Алюминий он больше берет. Вилс обязательно у нас должен быть. Вилс есть. ОК, Рекс. Это шоу.
какие могут быть, запишите себе, какие могут быть идеи. Идеи. Вы можете back this. Футрек для грузовиков. Так, здесь Black Rims. Black Rims. Ой, как много. И это все вам как идея, вы можете ей воспользоваться в наступном разе, в следующем разе. Инче можно написать, но я не знаю, вот это надо подумать тому, кто это делает. View Visualizer уже можно добавить. Visualizer Cheap Wheels Cheap Душа. Yes. Обтекатели колес мне тоже выкатили. Black Rims вот отсюда. Интересно. Например, давайте у нас можно поступить иным способом. Это довольно сложно. Хожу и открою веб-файл. Отфильтруем результаты. Выделим фильтр. Выбираем ниже. Да, не густо. Копируем себе. Интересно, как, наверное, будет проще собирать вам. Запросы, конечно, маловато, но тем не менее. Так. Что мы можем здесь изменить? Во-первых, проверим, что у нас получается по знакам. 174. Мы можем еще добавить 26 знаков. Лучше это заполнять по полной программе.
Так, Rio Pictures. Aluminium View. Тоже Gips в том числе. Picture of View. Picture of Rings. Литые, отлично. Еще мы сюда засунем литые диски. Меняем местами, то есть когда это у нас будет, даже вот так, раз ключевое слово, два ключевое слово, view image. Аналоги. У нас связки с минусом. Буклет Лайер. То есть мы здесь в этом предложении рассказываем, я, конечно, не претендую на правильность четкая, над этим надо подумать, но вот эта строчка дает нам по максимуму наше описание согласно нашим потребностям. Эти изображения, эти ключевые слова мы пишем через запятую. Если не хотите долго мучаться, предлагаю вам закинуть эти и какие-нибудь другие ключевые слова в Word. Вам тут будет проще сделать. Нажимаем Ctrl-H, верхняя галочка P, через запятую заменить, все. У нас мы знаем, что 15 ключевых слов. Это мы добавим в наше описание. Все. Проведя больше времени, вы можете получить более качественное, более понятное для людей описание. Но рекомендую вам использовать все 200 символов для заполнения title и description. Ну, вернее, не title description, как это называется. А, ну, правильно, title caption.
То есть оно идет одно на всех. Вот, видим, да? То есть оно добавилось через запятую. Если мы напишем Ctrl-C, Ctrl-V, и оно добавится к нам в наши ключевые слова. У меня тут много, видите, надо удалять лишнее. Красный. Вот, 50 появилось. Я думаю, понятно. Человек заменит это все. И тогда у него будет правильное описание с ключевыми словами. Да, еще один момент. Для того, чтобы внизу было, чтобы вам отражалась похожая запись из ваших работ, я рекомендую поставить ключевое слово, например, Рим. Рим 3D рендер. То есть это ключевое слово, которое никто не запрашивает, но среди ваших работ аналогичных. Неважно, просто вам надо придумать свое какое-то значение. Тогда в похожих будут отображаться не только чьи-то другие, но и ваши. Будет Wire Picture Allow Rims. Как правильно это называется? Фигурные литые диски. Вот как-то так. Рим 3D рендер. Или как-то по-другому. Слова, ну, чтобы это не было спамово, чтобы было четким и красивым. Ну, в принципе, все это добавляете. Следующую шину вы нарисуете. Вы можете нарисовать Рим. Можете сделать Рим. Это оно как внутренняя перелинковка будет работать на вас, чтобы повысить продажи ваших картинок. Ну, в принципе, все. Подписывайтесь на мой канал. Есть вопросы, задавайте. Ставьте комментарии. Ставьте лайки. Если вы хотите, если вам необходимы качественные изображения, высококачественные изображения, вы можете найти поле описания портфолио человека на Шаттерстоке. Я думаю, ему будет приятно, и думаю, вам будет это интересно. За весьма качественные работы для бизнеса, для автомобилей, для ювелиров. Всё, всем пока!